Мы решили услышать живое мнение россиян и сами спросили прохожих на улицах Москвы, оказавшись перед Путиным, о чем вы его спросите. Ответы в репортаже, который прямо сейчас вам и покажем. Когда ты помрешь? Я думаю, что цены немножко в магазинах нужно понизить. Ну, потому что, ну, неприемлемо уже, как говорится. Вы знаете, курица, ладно, там, пускай, ну и яйца. И яйца, то есть цена уже, как говорится, неприемлемая. Почему зима такая холодная? Ну, вот такой вот вопрос. Хотел бы сказать, чтобы он, это самое, ушел сам самовольно в отставку, потому что натворил бед. Наверное, все выглядело бы так. Когда война с Украиной закончится, наши солдаты вернутся снова в казармы и по домам. Когда закончится военная спецоперация? Мне кажется, это всех волнует. Когда закончатся все цели СВО, будут достигнуты. Потому что очень много близких, знакомых отдали свою жизнь за благополучие России. Что не хватает врачей. Я из Подмосковья, не хватает врачей. Детских у нас, вот в поликлинике город Пушкина, нет лора в детской поликлинике. Не хватает врачей. Есть проблемы в школах, что не хватает учителей. Приходится детям учиться во вторую смену. То есть из-за того, что не хватает, да, старшеклассников переводят на вторую смену, потому что с утра не хватает учителей. А нахрена запрещать аборты? Зачем Дума думает о том, что нужно запретить аборты? Как простому человеку решать определенные вопросы в судах. Если суд первой инстанции, все его доводы спрятал, и дальше в судах это невозможно пробиться. Я боюсь Путина, говорю, я бы ничего не задал ему. Он президент, а я с Ульяновска приехал. Первый день я в городе, естественно. Останется ли он на следующий срок, потому что... Он очень много сделал для страны. Инфляция, деньги подстегнули, что это такое? Это безобразие. Одни жируют, другую пируют, а мы должны это... Вы гарант, вы должны поднять социальную планку. Вот, это ваша забота. Почему пенсионерам, которые работают, не платят нормальную пенсию? Потому что я как сам пенсионер... И мне никакой надбавки, потому что я работаю. А это очень обидно. Я не задумывался об этом. Ну, не знаю, как дела, спросил у него, что делаешь? Все. Ну, не знаю, вопросов нет. Все нормально. Что за вопрос, не знаю, задать. А так нормально. Люди за что в тюрьмах сидят? Они невинные, они ничего не делали. А вот те, кто сейчас это творит, это произвол, это... Я не знаю, это произвол. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк. Это не только благодарность за работу всей команде «Ходорковский лайв», но и помощь в распространении трансляций и роликов. И обязательно подпишитесь на «Ходорковский лайв», если почему-то до сих пор это не сделали. Не иначе, как недоразумение.